На имя моего города Смотрич Андрей подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий и контракта, заключенного с ним 27 октября 2017 года. Прошедшее в начале мая внеочередное заседание депутатов городской думы завершило главу биографии Черкеска длиной в неполные 9 лет. Эти кадры уже история. Декабрь 2011 года. В большом тогда еще не отремонтированном зале глава региона Рашид Темрезов во время встречи с активистами республиканской столицы представляет нового мэра Руслана Тамбиева. Я уверен и убежден в том, что под руководством Руслана Ильича Тамбиева наш родной, любимый город, наша столица обретет новый, качественный облик. И все мы увидим наш город таким, каким мы его помним. Зеленым, красивым, ухоженным. Я в этом убежден, что он с этой задачей справится. Проблем в Черкеске начала 10-х годов нового века было не меньше, чем в конце прошлого столетия и нулевых. Освещенные в ночное время улицы и подъезды к городу, заасфальтированная проезжая часть, удобные для размещения транспорта и пребывания людей дворы многоэтажек, безопасный и чистый парк, зеленый остров и многое другое. О необходимости создания комфортных условий для жизни населения и раньше говорилось немало, но до дела по тем или иным причинам доходило не так часто, как хотелось бы. Теперь же шаг за шагом совместные усилия исполнительной и законодательной ветвей власти стали давать результат. Сделали общее дело, это получалось, и все мы не только свидетели, но и участники этого процесса. Во благо города Черкеска, без пафоса, без ничего, отработали, я считаю, на плюс, хороший плюс. Вот обратите внимание, как к хорошему люди быстро привыкают. Кто сейчас помнит, что у нас с Пятигорской трассы прекрасный свет, прекрасная дорога? Мы это видим и считаем, что так и было. Нет, так не было. Я думаю, что ваше участие в жизни города оставило огромный след. И может быть чуть позже это будет видно более естественно, говорят, что все великое видится издалека. Я еще раз хочу вас поблагодарить за те позитивные изменения, которые с вашим участием произошли в нашем городе. Уход Руслана Тамбиева с поста градоначальника связан с его переходом на новое место работы. В должности первого зампреда правительства республики он будет курировать несколько направлений. Как отметил сам теперь уже бывший мэр Черкеска, ему было интересно и важно трудиться на благо родного города. И даже в новом статусе он останется куратором республиканской столицы. И глава поставил задачу уже сегодня же, после обеда, приступил к обязанностям в правительстве первым замом. Я для функции будет и Минздрав, Минфин, Минобор, Минтруд и глава папочка еще как указ, чтобы быть куратором города Черкеска. Я родился в городе, я здесь учился, ну полностью только в городе. И я далеко не ухожу, я буду рядом с городом, именно здесь, буквально 200-300 метров от мэрии. Огромное спасибо за то, что вы сделали для города. И то, что вы сейчас сказали, что вы никуда не уходите, а будете рядом и будете продолжать то задуманное, то, что вы хотели сделать, переселить города, мы к юбилею республики. Огромное вам спасибо. Во время заседания было объявлено о том, что в ближайшее время в республиканской столице стартует конкурс на ставшую вакантной должность мэра. О том, каким условиям необходимо соответствовать, можно узнать на официальном сайте мэрии Черкеска в разделе «Дума» и в городской газете. Сам конкурс состоится 2 июня нынешнего года. На весь этот период исполнять обязанности мэра регионального центра будет первый заместитель Алексей Баскаев. Я лично, в первую очередь, Руслан Ильич, поздравить вас с назначением на ответственную должность. Пожелаю вам всяческих успехов на новом месте работы. Поздравить вас с высшей наградой республики, с присвоением звания почетного гражданина города Черкеска. И хочу вас заверить, что вся та работа будет продолжена, направлена на развитие нашего города, на создание комфортных условий жизни для наших граждан. Вам добрый путь. Мы всегда рассчитываем на вашу поддержку. Спасибо. Кроме того, во время заседания депутаты одобрили присвоение Руслану Тамбиеву звания почетный гражданин города Черкеска. Евгений Михайлович однажды уже озвучивал желание присвоить Руслану Ильичу такое звание, вполне заслуженное, на мой взгляд.
И это услышал Совет ветеранов и буквально сегодня узнал о том, что есть такая инициатива от главы республики и от главы города. Они направили в адрес Евгения Михайловича письмо с просьбой присвоить Руслану Ильичу звание. И мы сегодня вот из 7 человек, 4, то есть большинство, собрались у меня в кабинете. И вот четверо всех, кто пришли из 7, еще раз повторюсь, проголосовали, поддержали это решение. Также стало известно, что во время прошедшего в этот же день заседания с участием главы региона и городских властей Рашид Темрезов особо отметил вклад Руслана Тамбиева в развитие Черкесска. Руслан Ильич, могу вам лично сказать, как друг и как товарищ, слова, искренние слова благодарности за ту работу, которую вы сделали в качестве мэра города Черкесска. Указ главы Карачаево-Черкесской республики. За заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой, ее народом, внесение большого личного вклада в развитие и умножение производственного духовного потенциала региона наградить орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Тамбиева Руслана Алиевича. Артур Мухцен, Андрей Дорошенко. Итоги недели.